Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами в студии Алина Сазонтова. Ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Десногорцы выбрали комфортную среду. Плановое совещание у главы города. Сводка криминальной обстановки. Один день из жизни маленьких дзюдоистов. Росатом выходит на рынок ветрогенерации. С начала 2018 года десногорцы голосовали за выбор общественной территории для благоустройства. Голосование по проекту «Комфортная городская среда» завершено. Об итогах смотрите в нашем сюжете. По проекту «Комфортная городская среда» проголосовало почти 15 тысяч человек. Из 4 заявленных территорий 50% голосов отданы за реконструкцию парковой зоны между первым и вторым микрорайонами. Однако много пожеланий и по выбору других территорий для реконструкции. На мой взгляд, было бы интересно, а вот территорию городского пляжа, мне кажется, наступает сезон у нас, когда летний, столько деток собирается, столько приезжают отдыхающих, дети свободны, и хотелось бы, конечно, чтобы территория нашего городского пляжа соответствовала современным стандартам, то есть, чтобы можно было там в любое время прийти и от дождя спрятаться, и, возможно, прохладительные напитки, чтобы там были, и чтобы, может быть, какой-то прокат был, там, ну что, плавательные круги, допустим. За проект «Любимый город» можно проголосовать до 15 февраля. Из 3 заявленных территорий 50% отданы за реконструкцию фонтана. Финальное голосование по выбору общественных территорий Десногорска для благоустройства пройдет в день выборов президента Российской Федерации 18 марта. Вы можете узнать информацию о жизни города, работе администрации на сайте desnogorsk.admin-smolensk.ru, а также в Инстаграме, Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттере, Ютубе. Для этого нужно набрать «Десногорск пресс-служба». 20 февраля глава города Андрей Шубин провел плановое совещание с председателями комитетов и руководителями муниципальных предприятий и коммунальных служб. О том, какие вопросы рассматривали на совещании, мы расскажем в нашем сюжете. В Десногорске продолжается разработка стратегии социально-экономического развития города на срок до 2030 года. В администрации создан план мероприятий по общественному обсуждению. График встреч на дискуссионных площадках размещен на официальном сайте администрации в разделе «Стратегия». Глава Андрей Шубин обратился к десногорцам с предложением. Нам бы хотелось видеть нашу молодежь города, наших руководителей общественных организаций, ну и всех неравнодушных жителей для участия в данной дискуссионной площадке. Я думаю, что она пройдет очень интересно и плодотворно. Коммунальные службы работают в штатном режиме, продолжают убирать последствия обильных снегопадов. Продолжаем расчистку и вывоз снега из дворов и готовимся к проведению собраний собственников по вопросам комфортной среды на предстоящий период. Предстоящая неделя насыщена культурными мероприятиями. 15 февраля, День памяти россиян, исполнивших служебный долг за пределами Отечества, в 9:00 возле храма всех скорбящих радости. 16 февраля, День смоленского поисковика, вечер встречи, память которой не будет забвения. 18:00, Центр культуры и молодежной политики, здание 2 в 6 микрорайоне. И 18 февраля на городской эстраде состоятся народные гуляния «Широкая масленица» с 12 до 15:00. Приглашаем всех жителей нашего города. Родители смоленщины могут попробовать свои знания на ЕГЭ. 20 февраля в Смоленской области в нашем городе пройдет акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителям». И мы приглашаем всех родителей наших обучающихся принять участие в этой акции. По всем вопросам можно обращаться в комитет по образованию или в школы до 15 февраля. Голосование за проект «Комфортная городская среда» завершилось 11 февраля. Голосование по выбору общественной территории благоустройства города по проекту «Комфортная городская среда», проходившим на сайте администрации на интернет-площадках, завершено. С результатами за период голосования с 11 января по 11 февраля 14 807 человек. Лидирует парковая зона 1-2 микрорайона, 50% голосов. На втором месте
Обозначена территория третьего микрорайона с результатами 23%. Третья позиция – парковая зона четвертого микрорайона 19%. И на четвертом месте оказался городской пляж 8% голосов. Также хочу напомнить, что финальное голосование по всем четырем общественным территориям состоится в день выбора президента Российской Федерации 18 марта. Всех приглашаем. За территории по проекту «Любимый город» вы можете проголосовать на сайте администрации до 15 февраля. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 123 сообщения о происшествиях, из них 3 сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 94 административных правонарушения, в том числе 68 нарушений правил дорожного движения за распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах. К ответственности привлечены 12 человек. Регулярные спортивные занятия играют основную роль в жизни детей, ведь в первую очередь это здоровье. Занимаясь спортом, ребенок получает знания и навыки, которые смогут ему помочь не только в спорте, но и в школе, семье. Мы расскажем вам, как проходят тренировки у детей в детско-юношеской спортивной школе. Борьба – это отличный выбор, чтобы научить ребенка постоять за себя. Нагрузки ударных единоборств вредны для неокрепшего организма. А вот дзюдо или самбо не оказывают разрушительного воздействия на тело ребенка, а только укрепляют. Различается самбо от дзюдо. Ну, самбо болевые, больше всего в дзюдо, удушающие приемы. Как гласит самбо, всегда у спортсмена есть шанс отыграться. В дзюдо у нас гласит, ошибок не должно быть никаких. Ну, ребята занимаются двумя видами спорта. И самбо, и дзюдо. Занимаясь спортом, дети будут заняты делом, вместо того, чтобы бесцельно бродить по улицам. Когда мне было 5 лет, вот меня папа привел сюда. Вот я был самый младший в группе. Вот. И я потом ходил, и мне нравилось. И там дальше я уже там какие-то уже победы начал получать. 6 лет тренируюсь. Мне кажется, это вид спорта самый хороший. Вот, требует выносливость. Я занимаюсь 4 года. Мама сказала, спросила, пойдешь на дзюдо. Я спросил, что это такое. Ну, она сказала, придешь, узнаешь. Ну, я пошел в начале младшую группу. Там мы просто играли. Потом меня перевели в другую группу. Мы там уже отрабатывали броски. Ребята готовятся к первенству Центрального федерального округа по самбо, которое пройдет в Гагарине 17 февраля. Защищать честь спортивной школы Десногорска поедут 15 человек. Мы потихонечку готовимся к этому турниру. Надеемся, у нас будут чемпионы. Надеемся, что наши ребята будут лучшими и докажут на области, то, что наша школа умеет бороться и умеет завоевывать хорошие медали. Работаем по графику, есть у нас специальный план график, мы вот работаем поминутно. Все время тратим с детьми, свободное время, если есть, думаем, расписываем тренировки, какие-то соревнования, выезды. Единоборство для детей, как и другие виды спорта, полезны для здоровья, физического и умственного развития, а также приносят удовольствие и позволяют выпустить лишнюю энергию. «Росатом» выходит на новый рынок ветрогенерации. В ближайшие несколько лет госкорпорация намерена построить 3 крупных ветропарка – 1 в Адыгее и 2 в Краснодарском крае. Этого человека зовут Рохер Ван Бокстел. Он добровольно приковал себя к ветряной мельнице и сделал один полный оборот. Этим смелым поступком Ван Бокстел, президент крупнейшей в Голландии компании, работающей в сфере железнодорожных перевозок, призвал к развитию ветроэнергетики, дающей человечеству экологически чистую и безопасную электроэнергию. В России за создание возобновляемых источников энергии взялась госкорпорация «Росатом». Рынок ветроэнергетики в ближайшие 20 лет в мире – это будет ведущий рынок в энергетическом оборудовании вообще. И получив необходимый опыт, мы планируем как раз выходить
на зарубежные рынки. Работая в тесной связке с голландскими специалистами из компании «Лагервей», российские атомщики намерены выпускать более 100 комплектов ветрогенераторов в год. Так, в Петрозаводске на базе машиностроительного завода будут отливать хабы и рамы для ветряков из сверхпрочного чугуна, который в 3 раза прочнее и эластичнее обычного. Из такого же материала здесь производят контейнеры для перевозки отработавшего ядерного топлива и подвергают их самым жестким испытаниям. Замораживают до минус 60 градусов и бросают с высоты нескольких метров. Мы боялись, что он будет деформирован или вообще расколется, но на самом деле подтвердились все расчетные характеристики. Видим, что у него только внешняя оболочка повредилась, и то так, слегка. Еще одной площадкой для сборки ветрогенераторов будут уникальные цеха волгодонского «Атоммаша». Здесь уже производят поистине исполинские изделия. Парогенераторы и корпуса реакторов для АЭС, ректификационные колонны для нефтеперерабатывающих заводов. Совсем скоро эти производственные площади и опыт работников понадобятся для изготовления крупных элементов ветрогенераторов. В Волгодонске будет приходить сборка гондолы, сборка ступицы. То Волгодонск находится близко от потенциальных площадок, где мы планируем строить ветропарки, соответственно, с точки зрения логистики будет удобно оттуда возить. В ближайшие годы «Росатом» намерен построить 3 крупных ветропарка, 1 в Адыгее и 2 в Краснодарском крае. Их суммарная мощность составит 610 мегаватт. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna-tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания.